Так, у нас идет за эльфов теперь. Компания эльфов. У нее это, кстати, по-моему, завершающая будет стадия-то. Где все расы объединятся. Ну, кроме нежити, если против нежити, естественно. Простите меня, жрица. Вы уже не один час глядите на Шанваль. Шандрис, я чувствую, что где-то в лесу затаилось зло. И мне кажется, оно приближается. Зеленокожий, который убили Кинариуса? Да нет. Возможно. А возможно и нечто большее. Разведка? Пошевеливайтесь, бездельники! Джайна и вождь орков приказали закончить строительство как можно быстрее. Зачем мы вообще пришли сюда и связались с этими орками? Человек, мы здесь, чтобы драться с демонами. И твое счастье, что мы на одной стороне. Правильно говоришь. Ладно, занимайтесь своим делом. За работу! Итак, орки и люди вознамерились разорить наши земли? Да нахрен ваши земли не нужны. Они пожалеют о том, что вообще пришли сюда. Мы построим здесь лагерь и покараем чужаков. Ой. Покараем чужаков. Асревер Амон. Внимаю словам Илуны. Древо жизни — это сердце любого поселения ночных эльфов. Своими корнями оно способно оплетать рудники, чтобы светлячки могли добывать из них золото. Кто посягнул на природу? Так. Во имя Луны. Светлячки — это добрые духи, которые добывают для нас золото и древесину. Еще они умеют выращивать деревья, которые служат домом для наших солдат. Ага. Подожди. Недостаточно золота. Мы покидаем эти места, жрица. Здешние земли отравлены страшным злом, и я не позволю ему овладеть моим народом. Увы, мы еще не можем тронуться в путь. Не все наше племя в сборе. Не беспокойся. Я найду твоих соплеменников и приведу их к тебе. Вот еще Убегаю золото. Тебя, жрица. Мы не останемся в долгу. Будет так. Ну-ка, здесь что? Здесь конец Готов. Карты, ладно. Без промедления. Оп. Ну давайте, пока так, блин. Из лунных колодцев наш Внутренно, народ конечно, черпает все свою силу. Построив еще несколько таких колодцев, вы сможете подготовить больше войск. Больше войск. Мне вот еще одно дерево жизни надо вот сюда посадить. Сколько у нас там... 12 тысяч. Внимаю словам Илуны. Ну-ка давай. Смотрим. Что нам преподнесет? Ой-ой-ой-ой-ой.
Чтобы пополнить ряды своей армии новыми видами войск, постройте древо войны. Да, и разведка скоро уже закончится. Здесь понятненько. Асревер Амон. Так, древо войны. Лунный колодец для начала. А по поводу древесины у эльфов хорошо, что не надо заморачиваться. Богиня зовет. Тут вроде у нас ничего такого и нету. Ладно. Постройте лунный колодец. Ну сейчас, подожди, построю. Построить лунный колодец. Так. Теперь ты строишь дерево войны. Ты иди сюда будешь. Или что, или не надо, или потом просто перетащим. Ладно, иди сюда. Мне нужен трон. И я так думаю. Пока все нормально. Сейчас кончится, туда перейдем. Вот хорошо, что дерево может хоп перейти. Что у нас здесь источник? Готово. Так. Угу. Готово. Дух-то израсходовался. Готово. Вот так. Готово. Ну, давай. Так, включаем автономный режим у них, чтобы пополнялось, да, по-моему, автоматически восстанавливание внимания и здоровья указанного воина. Щелкните правой кнопкой, чтобы запретить автоматическое применение. Нет, будет автоматическое применение будет. Укажите мне путь. Заполняется. Я готова. Готова, готова. Вот самое что прикольно, когда с напарником играешь, и ты берешь эльфа. И дай-то бог, чтобы карта была миллионник, то есть золотник миллионы. Кто-нибудь берет эльфа, и он... древесину бесконечно может хреначить, в то время как у других пустошей тупо вывозишь. Я готова. В том, что у них нет ресурсов. Потому что многие берут... Кто посягнул на природу? Орков и эльфов. Да будет так. Мне посюда пройти? Источнику? Или мне сначала сюда надо сходить? Один хрен туда. Подожди, а что у меня тут? Без промедления. Давай. Жду приказа. Ни слова больше. Так.
Деревяшки. Сейчас все выкачают. Асревер Амон. Богиня зовет. Такова воля богини. Во имя Луны. Внимаю словам Луны. Укажите мне путь. Сюда. Хорошо. Богиня зовет. Мой лук всегда со мной. Ваш ход слишком простым. Кто посягнул на природу? Без промедления. Все. Укажите мне путь. Асревер Амон. Готово. Ну чего вы застряли? Кто посягнул на природу? Богиня зовет. Так. Мой лук всегда со мной. Отойдите вот сюда. Асревер Амон. Во имя Луны. Это вот отсюда, да, смотрела, получается, ты? Богиня зовет. Укажите мне путь. Все. Делается, все мутится, все крутится. Ваш ход. Готово. Все, на дерево. Вперед. Я готова. Укажите мне путь. А что, у меня какое-то задание было? Убейте паладина, деревня. А, ну это выполнено. Так, вы так, наймите 5 лучниц, чужаки. Ага, все понятненько. Мой лук всегда со мной. Давай, сейчас еще делается. Я готова. Вот у нас 4 вида пока. Только. И ты готова. Ждем еще, когда одна готовится, сготовится и все. Сначала источник жизни отобьем, если он, конечно, захвачен. Потом все остальное. Укажите мне путь. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Я готова. Ну тут вроде немного. Вот, все. Ваш ход. Выбора нет, путь у меня один. Укажите мне путь. Наши воины вступили в бой. Ваш ход. Жду приказа. Внимаю словам Илуны. Мой лук всегда со мной. Асревер Амон. Ваш ход. Блин, еще одну надо сейчас нанимать из-за тебя. Жду приказа. Внимаю словам Илуны. Так. Я готова. Ну-ка, давай смотрим. Вот сюда можно идти. Грифоны. Блин, в плену держат.
Понятно. Ваш ход. Кто посягнул на Укажите природу? Мне путь. Асрева Ам. Всегда со мной. Сейчас бригада подойдет, подождите, это сейчас таких люлей отхватите. Богиня зовет. Энду приказы. На. Внимаю словам и мой лук всегда со мной. Пощады не будет. О. Богиня зовет. Ваш ход. Ни слова больше. Внимаю словам и луны. Укажите мне путь. Слишком просто. Ни слова больше. Стреляю. Давай. Хорошо. Кто посягнул на природу? Свиток защиты. Такова воля богини. Еще. Да будет так. Лечебное зелье. Внимаю словам луны. Взяли. Так, тут у нас пока все порядочек. Кто посягнул на природу? Ваш ход. Асревер Ам. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Кто посягнул на природу? О, вот так. Сейчас, подождите, подождите. Жизни подвосстановлю. Асревер Амон. Мой лук всегда со мной. Богиня зовет. Без промедления. Во имя Луны. Укажите мне путь. Пощады не будет. Кто посягнул на природу? На. Без промедления. Такова воля Мой богини. Лук всегда со мной. Ни слова больше. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Богиня зовет. Давай, 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 давай. Хренов вам. Опа. Ну такая, знаете, мне нравится такая миссия. Мозги не компенсируют. Так вот. Внимаю словам луны. Все сюда. Что у нас там? О, еще пока есть. Потом вот этот рудничок опутаем. Кто-то даже подбит был. Внимаю словам луны. Укажите мне путь. Богиня зовет. Внимаю словам и луны. А, куда бы мне? Мне сюда надо. Асрева, жду Ам. Приказа. Наши воины вступили в бой. Бью без промаха. Внимаю словам и луны. Ну-ка. Мой лук всегда со мной. Асрева, Ам. Мой лук всегда со мной. Слишком просто. Богиня зовет. Туллахакана смертные. Вы дорого заплатите за осквернение этих земель. Без промедления. Ханудора. Во имя Луны. На. Такова воля богини. Укажите мне путь. Кто посягнул на природу? Ну ты-то куда? Господи. Против героя.
во имя Луны. Такова воля богини. Да будет так. За Калимдор. Мой лук всегда со мной. Наши воины вступили. Внимаю словам. Укажите мне путь. Ай-яй-яй. Крепкие ребята. Хорошо. Стреляю. Асревер Амон. Эндули Ревет. Ваш ход. Сначала по одному давай. Так они вас вынесут. Не проблема. Внимаю словам Илуны. Укажите мне путь. Богиня зовет. За Калимдор. Во имя Кинариуса. А ко мне сейчас на духе целители нужны? Господи, так я у них на базе орудую. Такова воля богини. Да ну-ка, давай. Так. Я готова. Жду приказа. Слишком просто. Укажите мне путь. Кто посягнул на природу? Так, 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 так. Ваш ход. Внимаю словам Илуны. Вот сюда-ка еще двух сделай. Трех, ладно, трех. Кто посягнул на природу? Мой лук всегда со мной. О, не-не-не-не-не. Ни слова больше. Жду приказа. Я вот так вот. И вот теперь уже только идем. Слишком просто. Асревер Амон. Во имя Луны. Укажите мне путь. Хорошо. Богиня зовет. Кто посягнул на природу? Мой лук всегда со мной. На. Не проблема. Бью без конка. Ничего страшного. Мы этого внимаю, ожидали. Слова Луны. На. Ваш ход. Асревер Амон. Давай. Зачем вы медведя взяли в плен, я не понимаю. Укажите мне путь. Так, пакостить мы напакостили. Богиня зовет. Без промедления. Мой лук всегда со мной. Кто посягнул на природу? Да будет так. Ваш ход. Хорошо. Асревер Амон. Укажите мне путь. Жду приказа. Кто посягнул на природу? На. Укажите мне путь. Вот теперь-то вы все люлей получите. Внимаю словам Илуны. Ваш ход. Пощады не будет. Кто посягнул на природу? Сейчас посмотрим, что здесь возьмем. Раз медведи все равно ушли. Такова воля богини. Да будет так. Жду приказа. Слишком просто. Мой лук всегда со мной. Не проблема. О, проходит, смотрите-ка. Укажите мне путь. Итак. Богиня зовет. Пока одной из нас нету.
Эндули Ревет. Ханудора. Тихо, тихо. Наши воины вступили в бой. Вау. Золотой рудник обрушился. Внимаю словам Илуны. Такова воля богини. Сюда, сюда. Да будет так. За Калимдор. Ханудора. Так. Такова воля богини. Да будет так. Во имя Кинариуса. Ханудора. Просто стреляй, давай. Укажите мне путь. Ни слова больше. Не проблема. Жду приказа. Ваш ход. Хорошо. Вот сюда давай. Укажите мне путь. Так, вы пока бездельничаете. Вот здесь что ли постройте. Все оплетается. Так. Богиня зовет. Жду приказа. Вижу цель. Бью без промаха. Асревер Амон. Такова воля богини. Ну-ка, давай-ка сюда пока. Ой, ой. А куда пойдешь? Так, ты что, опутал рудник? Готово. 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 Сюда. Сюда, вы трое. Наши воины вступили в бой. Ой-ой-ой. Укажите мне путь. Вижу цель. Богиня зовет. Вы охренели, что ли? Жду приказа. Погиб наш герой. Ой, да ладно. Вот же он. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. Не проблема. Слишком просто. Священная роща осквернена. Ни слова больше. На. Укажите мне путь. Ваш вот так. Хорошо. Слишком просто. Мой лук всегда со мной. Ну. Ваш ход. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Слишком просто. Ни слова больше. Жду приказа.
Кто посягнул на природу? Войну. Давай сюда иди. Я же вроде всех медведей освободил. Всех. Если только они у них, конечно, там вот нету где-нибудь, он там. Внимаю, укажите мне луны. Жду приказа. Слишком просто. Хорошо. Задание. Найдите 10 потерявшихся. Подожди. Асрава Ам. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Кто посягнул на природу? Внимаю словам Илуны. Смотрим. Есть у нас здесь медведи? Священная роща осквернена. Твою мать, где? Укажите мне путь. Вижу цель. Богиня зовет. Наши воины вступили в бой. Пусть. Блин. Я вроде везде прошелся. Наши воины вступили в бой. Жду приказа. Ни слова больше. Не понимаю, а где еще медведи, блин, там? Мне кажется, я всех освободил. Вот здесь вот, если только. Кто посягнул на природу? Всегда со мной. Ну-ка сюда. Я готова. Укажите мне путь. Асревер Амон. Без промедления. Я готов. Кто посягнул на природу? За Калимдор. Готово. Такова воля богини. Ханудора. Выключись. Вот так. Цели давай. Асревер Амон. Во имя Кинариуса. Богиня зовет. Да будет так. Все, вроде всех медведей нашел. А, еще один, подожди. Без промедления. Да будет так. А где еще один? Ну, здесь всего не может быть. Просто хочу посмотреть, что за это получу. Да ладно, в рот компот. Во имя Луны. Где он может быть, этот медведь?
Священная роща осквернена. Мой лук всегда со мной. Стреляю. Наши воины вступили. Вот так. Ваш ход. Священная роща осквернена. Не проблема. Бью без промаха. Слишком просто. Ни слова больше. Кто посягнул на природу? Укажите мне путь. Асревер Амон. Наши воины вступили в бой. Конечно. Внимай словам Илуны. Сейчас вы все у меня там люлей получите. Кто посягнул на природу? Богиня зовет. Роща осквернена. Да будет так. На. Мой лук всегда со мной. Кто посягнул на природу? Священная роща осквернена. Покажите мне путь. Богиня зовет. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Кто посягнул на природу? Давай, давай, давай. Ханудо. Стреляю. Пока он бессмертен, нет? Богиня зовет. Мой лук всегда со мной. Внимаю словам Илуны. Богиня зовет. Стражи, к бою! Мой лук всегда со мной. Всех перебили, да? Асревер Амон. Я готова. Такова воля богини. Наши воины вступили в бой. Мне тогда дерево жизни заново сделаю. Сейчас. Внимаю словам Илуны. Таких люлей вам навешаю. Падла. Хотелся по-доброму. Но вы по-доброму не понимаете. Асревер Амон. Во имя Я Луны. Готова. Внимаю словам Илуны. Укажите мне путь. Не успел увести. Я готова. Ваш ход. Не проблема. Ни слова больше. Наполняется, наполняется. Ладно. Ваш-то медведь еще один где нахрен? Я готов. Затерялся, не дошел, блин. Не может же он один где-то. Или вот здесь вот может быть, нет? Мы же его не брали в плен. Я готова. Жду, покажите мне путь. Слишком просто. Кто посягнул на природу? Давай, пока дерево добывайте. Я готова. Готова. Внимаю словам Илуны. Смотрим. Откуда бы напасть? Откуда бы не напал, надо сначала все равно вот эти две сносить. Асревер Амон. Я готова. Ну-ка. Починена? Блять, починили. Я готова.
Готово. И тут вот они тоже стоят. Надо с этого края все равно нападать будет. Я готова. Мой лук всегда со мной. Внимаю словам Илуны. Укажите мне путь. Вот здесь поди ты. Обитаешь нахрен. По крайней мере, туда пока идете. Я готова. Дерево войны. Вот здесь вот делай-ка дерево войны еще одно. Блин, я думал, короткая миссия будет нахрен. Асревер Амон. Во имя Кинариуса. Жду приказа. Вижу цель. Мой лук всегда со мной. Я готова. Кто посягнул на природу? Давай. Ой, деньги-то у меня позволяют. Тут еще 7000, потом я туда дерево перетащу. Священная роща осквернена. Я готова. Укажите мне путь. Бью без промаха. Богиня зовет. Премного благодарен, жрица. Теперь мы можем уходить. В знак признательности мы оставляем тебе защитника из нашего племени. Он с радостью отдаст за тебя жизнь, если потребуется. Ваши да уже требуется. Да светит и луна ваш путь. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Я готова. Укажите мне путь. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Я готова. Вижу цель. Ваш ход. Слишком просто. На, вот так. Жду приказа. Стреляю. Я готова. Ждите. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. Я готова. Так, вы ничего не сделаете, да? Ну-ка, давайте, вот. Ничего пока нету, хорошо. Ваш ход. Внимаю, мой лук всегда со мной. Так, вы ваш будете ход. Отряд номер 5. Не проблема. Слишком просто. Хорошо. Мой лук всегда со мной. Я готова. Слишком просто. Асревер Амон. Укажите мне путь. Отряд номер 3. Я готова. Не проблема. Хорошо. Мой лук всегда богиня со мной. Зовет. Дневник, источник жизни. Я готова. Кто посягнул на природу? Ход. Мой лук всегда со мной. Все, сейчас минутку ждем всех.
Я готова. Укажите мне путь. Богиня зовет. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Ваш ход. Кто посягнул на природу? Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Ваш ход. Внимаю словам Луны. Асревер Аму. Жду приказа. Укажите мне путь. Кто посягнул на природу? Внимаю словам Луны. Кто посягнул на природу? Жду приказа. Вот, пока с него все сошло, бейте его. Мой лук всегда со мной. Стражите мне путь. Он падал, воскрешать их надумал. Жду приказ, мой лук всегда. Внимаю словам Луны. А, только и героя надо было убить. Я тут думал, он бессмертие включает нахрен свое на несколько секунд. Да, смеялись. Это же нежить! Защищайтесь! Я им героя снес. Они все за нами от самого Лартерона. Храни нас, Элуна. Им нет числа. Сестры, быстрее в лес. С таким противником нам не справиться. Пока не справиться. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!